Всем привет, с вами Бойко Алексей, и вы смотрите канал Компьютерный гений. В этом видео я хочу вам показать топ-7 программ для снятия скриншотов. Я поделюсь с вами этими программами, расскажу о положительных сторонах этих программ и об их отрицательных сторонах, и покажу вам наилучшую программу с моей точки зрения. Итак, седьмое место у нас занимает программа под названием Radical. И она оказалась самой неудобной. Почему это? Сейчас покажу. Первый, наверное, самый главный минус этой программы в том, что вы должны подвести мышку к изображению, нажать правую кнопку и нажать «Опубликовать» на radical.ru. Да? Мы нажимаем. Тут нужно ввести логин и пароль, и вы должны быть зарегистрированы на сервисе. Вот. Нажимаем «Загрузить изображение», оно загружается, ссылочка копируется у вас в буфер обмена, скидывается картинка на рабочий стол в папку, да, то есть в принципе тоже очень неудобно. При этом при всем нам программа не дает возможности делать какие-то надписи в тексте, ставить стрелочки и так далее, да. И по рейтингу программ для скриншотов эта программа занимает самое последнее седьмое место. Шестое место занимает программа Screenshotter. Она, к сожалению, у нас отказывается работать при съемке видео. В двух словах могу сказать, что программа просто делает скриншот в выделенной области и отсылает его на сервис в том виде, в котором он есть, без возможности его редактирования. То есть нет никаких инструментов для редакции. Эта программа заняла шестое место. Пятое место в рейтинге программ для скриншотов занимает программа Clip2Net. Для запуска программы используется значок на панели быстрого запуска. Выбираем область экрана, например, вот эту, да, мы выбрали. И теперь здесь можем редактировать, да, то есть здесь, в принципе, есть все необходимые инструменты. Можно ставить стрелочки, например, да, выбираем какие-то стрелочки. Здесь можно выбрать толщину стрелок, да, то есть тонкие, средние, толстые. Их цвет можно выбрать и так далее, да. Далее, здесь у нас есть текст, тоже можно выбирать его цвет, толщину и так далее, да. То есть можно написать какой-то текст. Можно написать текст на фоне, да, то есть вот у нас вот есть, можно вот так, например, указать, это у нас вот это будет. Да, и вот удобно то, что можно это все дело перемещать, куда нужно. Есть стрелочки. Можно делать какие-то прямые линии, прямоугольные области, круглые области, кривые линии рисовать, да, все это можно делать. Так, это у нас сделать что-то расплывчатым можно, то есть тоже, в принципе, большой плюс. Вот, и это у нас изменить размер изображения, да, то есть можно его подогнать под тот, который вам необходим. Вот, и, в принципе, отправить на сервис. Вот, вы должны быть зарегистрированы на сервисе, на Clip2Net. Минус сервиса заключается в том, что ваши фотографии хранятся всего лишь 30 дней, и если вы хотите, чтобы они хранились дольше, вам нужно уже платить за использование данного сервиса. Четвертое место занимает программа LightShot. Она удобна в использовании, у нее есть выделение области экрана. Мы можем выделить область экрана. Есть также различные стрелочки. Можно писать текст. И также можно выгрузить это на сервер. То есть мы нажимаем кнопку, картинка выгружается на сайт, и вам предоставляется ссылка на ваше изображение. Вот, вы можете копировать ссылку и посмотреть, что у вас получилось в итоге, да. Мы вставляем ссылку в браузер и смотрим наше изображение, да. Здесь мы можем видеть, что у нас здесь присутствует куча рекламы. Вот одна рекламка, вот у нас следующая рекламка, еще одна реклама, да, и подключены комментарии от ВКонтакте, да, то есть люди могут это ваше изображение смотреть, комментировать и так далее, да. Итак, мы подходим к топ-3 наших программ. Итак, следующая программа — это у нас Junk. Программа позволяет корректировать ваш снимок. Здесь
Как обычно, есть у нас и стрелочки, можно поставить. У стрелок есть тень, что их заметно выделяет, да, и можно также корректировать положение стрелок, то есть можно их так перетаскивать по, как вам удобнее, да. Также есть у нас текст, который вы можете написать. Текст идет на белом фоне, в принципе, удобно, вот, и можно это дело выгрузить, загружается. Итак, картинка у нас загрузилась, мы можем это закрыть и посмотреть, что у нас получилось в браузере, да? Здесь мы можем нажать на увеличение и посмотреть картинку в полном масштабе. Здесь нет никакой рекламы, что, в принципе, очень хорошо. Вот, единственное минус, что данные картинки тоже не хранятся вечно со временем. Если вы их где-то разместите, они пропадают. Плюсом данной программы является то, что здесь есть настройки. И в настройках можно сделать так, что у вас либо появляется ссылочка, либо HTML-код, который вы можете использовать на сайтах. Но так как картинки со временем исчезают, то смысл в этом теряется. Итак, мы подошли с вами ко второму месту. И второе место у нас с вами занимает программа 5CM Uploader. Данная программа очень и очень удобна, да, то есть давайте посмотрим, каковы ее плюсы. То есть вот мы выделяем область экрана, тут же мы можем нажать «Редактировать», вот, и что мы тут видим? Здесь у нас есть различные стрелочки, далее здесь можно у нас прописать какой-то текст, здесь у нас цвета, можно выделять какие-то участки, да, вот, и жмем «Сохранить». Сохранить, например, на рабочий стол, либо загрузить ее на сервер. Мы нажимаем «Загрузить». И смотрите, что мы получаем. Мы получаем прямую ссылку на данную картинку, потом код, который мы можем вставить на форум, и плюс HTML-код, который мы можем вставить на сайт. Огромным плюсом данной программы является то, что если вы сохраняете вот этот код на сайте, то он у вас будет храниться вечно. По крайней мере, так написано на сайте, и сколько я лично пользуюсь данной программой, картинки никуда не пропадают. То есть, если вы один раз выгрузили свою картинку, она реально остается на хостинге. Это очень удобно для людей, которые занимаются сайтами, особенно если есть какое-то ограничение по количеству или объему картинок. Да? Ну и, наконец, первое место в рейтинге у нас занимает программа под названием Joxy. Данную программу отличает удобство функционала, она реально очень удобная, она интуитивно понятная, да, то есть вот мы сможем поставить здесь у стрелочки, нажимаем сюда, нажимаем сюда, нажимаем сюда, потом, например, вот сюда, да. Здесь вы также можете найти нумерацию, например, сначала делаем вот этот шаг, потом второй, третий, четвертый, да, то есть людям будет понятно, как делать и что делать по шагам, да, вот если вы так разметите. Так, что у нас еще тут есть? У нас есть здесь рисовашка, то есть можно рисовать, писать что-то, да? Ну, этим, в принципе, наверное, мало кто пользуется. Здесь также вы можете найти размытие, если у вас есть какая-то секретная область, например, номера счетов там или какие-то контактные данные, пароли и так далее, вы можете их размыть вот таким образом. Взяли, размыли и все, то есть уже никто не прочитает, да? Это у нас выделение какой-то области, да, то есть затемнение всех участков других и оставление ярким какой-то один участок. В принципе, тоже бывает полезным. И этим бегунком вы можете сделать ярче или темнее ту область, которую вы хотите затемнить. Да, то есть можно просто вот реально все затемнить или сделать как вам нужно. Да, то есть какой-то необходимый уровень выстроить. Вот, и все, и нажимаете ОК. Картинка быстро загружается на сервер и жмете копировать. Вот наша картинка. Здесь вы можете видеть много рекламы. Но ребята как бы программу распространяют бесплатно и зарабатывают, по крайней мере, на рекламе. Я в этом их не виню. И нажимая на саму картинку, вы можете открыть изображение в полном размере. Единственный минус, который имеет программа, это то, что у нее есть лимит на количество загруженных картинок, да, то есть вы можете загрузить на их сайт не более 1 гигабайта картинок. Вот, но в принципе этого может быть вполне достаточно, вот, а если недостаточно, то вас попросят заплатить деньги, вот, ну, либо в принципе можете удалить какие-то ненужные картинки. На этом наш рейтинг завершен. Если вы знаете какие-то другие программы, которые вам нравятся больше, тогда пишите описание к данным программам прямо под этим видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Обязательно поделитесь этим видео с другими людьми, отошлите его друзьям.
Ставьте лайки или дизлайки, если вам это видео не понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Все ссылки на программы вы можете получить на моем сайте. Ссылка на мой сайт находится прямо под этим видео. Переходите в описание, и вы там найдете ссылку на сайт «Компьютерный гений». С вами был Бойко Алексей. Всем пока!